Друзья, всем огромный привет! Сегодня буду готовить куриное филе необычным, но в то же время простым способом. Грудка получается сочная, нежная и хорошо подойдет на праздничный стол в качестве мясной нарезки. Отличная замена колбасе. Пошли готовить! Подготавливаем куриную грудку, моем и обсушиваем бумажным полотенцем. Добавляем соль, сладкую паприку, приправу для курицы, карри и гранулированный чеснок. Теперь равномерно натираем специями со всех сторон. Закрываем пищевой пленкой и оставляем на 1 час при комнатной температуре, чтобы филе пропиталось специями и ароматами. В кастрюлю наливаем молоко. На 500 грамм куриного филе понадобится 500 миллилитров молока. За счет него мясо получится мягкое и нежное. Молоко доводим до кипения и аккуратно опускаем куриную грудку. Варим 2 минуты с момента закипания. Снимаем с плиты, накрываем крышкой и укутываем в теплое одеяло. Оставляем курицу томиться в молоке со специями на 6 часов. Спустя время достаем из кастрюли и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы лишняя влага ушла. Минимум усилий и вкусная куриная грудка готова. Если вас терзают сомнения, не сырое ли будет мясо, то уверяю вас, оно не сырое, поскольку кастрюля укутывается и высокая температура сохраняется достаточно долго. Получается нежнейшее, сочнейшее, очень вкусное и одновременно диетическое блюдо. Хорошая альтернатива магазинной колбасе для вкусных бутербродов к завтраку и достойная закуска к любому праздничному столу. Подавать можно как в горячем, так и холодном виде. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, смотрите мои другие видео. Всем приятного аппетита и до скорых встреч!